Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 22 марта, и хотя сегодня я не сею, готовлю вот эту грядочку, я хочу рассказать о цветах. Потому что я рассказала о зелени, что можно сеять салат, укроп, редиску. Но вот в таких холодных теплицах сейчас можно сеять еще и цветы. Много цветов, которые выдерживают вот такие посевы в холодную температуру, но все-таки с выбором сорта нужно быть внимательным. Как определить, какие можно сеять, какие нет? Ну, с цветами тут все просто. Вы, наверное, весной часто видите вокруг астры, где росла, перетрум, потом многие другие, портулак, падалик. Вот маленькие-маленькие росточки сами по себе вырастают. И вот, короче, все цветы, которые склонны, способны самосевом размножаться, все их можно сеять в холодную теплицу неотапливаемую. Я раньше, когда выращивала много цветов, я прям в уголочке делала такую, так называемую школку, грядочку небольшую, и рядочками сеяла. Сеять можно астры, сеять можно кохию, алису, перетру, портулак, гвоздики многолетние. Ну, многие. Прочитать просто характеристики. Возможен посев, у которых под зиму или ранней весной, которые не боятся. И вы не бойтесь их сеять. Вот смотрите, вы посеете, они полежат. Пусть они полежат неделю, там семена, 10 дней, 15. Как только наступит, пригреет тепло, они взойдут. И вот именно эти посевы, которые не на окне, а вот здесь вот в холодных таких условиях, они самые стойкие, самые выносливые. Они не болеют при пересадке, и они более такие, ну, закаленные, приспособленные. И зачем люди начали делать вот такие посевы? Ну, это ясно, что сейчас у нас на окнах места мало, все там занято. Здесь посеете все. От посева, технологически от посева зелени ничем не отличается. Также мы вскопали, разровняли, сделали бороздки, посеяли, сверху прикрыли грунтом, полили и закрыли пленочкой. Пленку полиэтиленовую обязательно накрывать, для того, чтобы влага, которая в земле, чтобы не высыхал грунт. Потому что если не накроете пленкой, верхний слой грунта высохнет, и семена в сухом грунте, они не взойдут. Ну и, конечно, надо следить за посевами. Как только появятся первые вот эти маленькие зеленые росточки, пленку снимаем сразу же. Пленку снимаем, ухаживаем, как обычно. Где-то порыхлить между ряди, а там полить, если будет жарко сильно. И вот эту рассаду можно высадить потом или сразу на постоянное место, или рассадить где-то в открытый грунт. Но это в зависимости от того, когда вы посеете, когда у вас зайдет. Все это индивидуально, но сеять цветы можно, даже нужно. Большинство моих знакомых астру выращивают только вот так вот, именно в теплицах. Получается толстая рассада. Во-первых, здесь солнца много. Рассада не вытягивается, она не болеет. Качество прекрасное. Попробуйте. Ну а такие, как вот амарант, например, кохия, сам Бог велел, сыпанул немножко в уголке, он не мешается. До того времени, пока вы высадите в теплицу томаты или перцы, рассада будет уже такая хорошая, ее можно будет садить на постоянное место. Все, до свидания. Сейчас расскажу вам вот про выращивание томатов с уплотнителями. Я нынче решила так попробовать, но столько лишней работы себе приобрела, проблемы.